Мафрум – популярное блюдо израильской кухни. Это картофель, фаршированный фаршем и тушеный в томатном соусе. Блюдо вкусное, сытное и несложное в приготовлении, хотя на первый взгляд готовить трудно. Мафрум – это картофель, нарезанный шайбами, фаршированный и запеченный в томатном соусе. Блюдо очень вкусное и необычное. Готовится оно просто, но повозиться придется. Зато результат стоит потраченного времени. Мафрум – блюдо самодостаточное, ведь в нем и мясо, и гарнир. Но традиционно его подают с кускусом или рисом. 1. Добавляем к фаршу соль, специи, натертый на крупной терке лук, яйцо и немного зелени. Хорошо вымешиваем и отставляем в сторону. 1. Добавляем к фаршу соль, специи, натертый на крупной терке лук, яйцо и немного зелени. Хорошо вымешиваем и отставляем в сторону. 3. Заполняем получившиеся кармашки фаршем. 4. Теперь готовим кляр. В небольшой посуде взбиваем венчиком яйцо с томатной пастой, водой, 2 столовые ложки, солью и перцем. 5. Затем обмакиваем картофель в кляре, а потом обваливаем в муке.